Саженцы вереска обыкновенного Сэнди, образуют яркий привлекательный кустарник высотой 30 см. Крона шарообразная, густая. Побеги растут радиально, вверх и в стороны. Они покрыты зеленовато-желтыми шаловидными листиками. В августе на ветвях распускаются многочисленные ароматные белые цветки, колокольчики. Бутоны не погибают при небольших заморозках, украшая куст до ноября. Низкорослые верески используют в качестве почвопокровного растения в парках, на открытых склонах, растения хорошо держат почву. Эффектно смотрятся пышные кустики среди камней, в соседстве с хвойниками, рододендронами, злаками. Вереск обыкновенный Сэнди – это травянистый высотой 30-50 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май, июнь, июль. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Лист растения по форме заостренно-овальный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва зеленая. У растения нет шипов. Важно, что вереск обыкновенный Сэнди пчелопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.